Уже обратный отчет прошел. Все, значит, мы в прямом эфире. Всем привет, стрим начинаем. Это Озон, крупнейшая интернет-площадка. Ребят, во-первых, поздравляю всех с тем, что мы, май, все-таки дотянули до пятницы, до окончания первой рабочей недели в этом году. Все, все, ребята. Надеюсь, для вас она пролетела довольно-таки легко. Для меня, кстати, легко. А теперь, если вдуматься, что прошло уже 15 дней Нового года. 15 дней, ребята, я совсем недавно сидел, здесь была у нас елка красивая, помните? Сейчас стоит уже папоротник, все, в принципе. Новогодние рождественские праздники прошли, а что нам делать остается? Ну, включаться в рабочую неделю, у нас очень интересный год вместе с Озоном будет, кстати говоря. Новые совершенно условия, разные бренды, интересные бренды, но остаемся мы неизменным одному. Мы приглашаем сюда бренды, Майдис, ты не знала. Которые уже зарекомендовали себя, ну, довольно-таки хорошо, понимаешь, которые уже проверены. Вот мне конкретно, мне не очень интересно делать обзор на вот прям новый бренд, ему месяц, надо узнавать, а почему, а как. А когда я понимаю, что мы сегодня будем говорить, у нас сегодня, кстати, два стрима, потрясающие, они разнообразные, вот будем начинать мы с детского блока нашего. И когда я понимаю, Май, что к нам сегодня приходит бренд, да, компания «Десятое королевство», которая, по сути дела, в рекламе или каком-то обзорах не нуждается. Это мне так интересно стало узнать, каким способом вы не за столетнюю историю, там, а вашему бренду около 20 лет, вы завоевали, во-первых, любовь такую житейскую, а во-вторых, ребят, я, значит, ознакомился, какие-то выставки, конкурсы, фестивали, у них столько наград, это ж просто с ума сойти. Это маленькая часть того, что мы сегодня привезли, об этом все поговорим. Так мне стало интересно. Майя Баркалова, ты как эксперт этого бренда. Кстати, ребят, Майя Баркалова сегодня вместе с нами. Ну-ка ты расскажи, ну вы как вообще добились этого? Реально? Работали. Работали? Мы долго и усердно работали. Уже в этом году компании исполнится 20 лет. Создана она достаточно давно. И практически история создания как таковая, что основатель компании, проработав достаточно долгое время на рынке производства детской игрушки, он понял, что представленные вот именно советским производителем игрушки, развивающие для детей, они не удовлетворяют его ни как родителя, ни как производителя игрушек. И основал свой бренд, в основу которого были положены разработки. То есть у нас работают научные работники, у нас работают над созданием, разработкой развивающих игрушек именно вот и дизайнеры. И именно научные разработки внедряются, чтобы дотянуть уровень создания российского производителя вот именно развивающих игрушек на европейский уровень. Подожди, давай еще раз акцент на этом сделаем. Ты говоришь, что это российская компания. Абсолютно российское производство. То есть прям полный цикл? Полный цикл, абсолютно. Это, кстати, круто. Как материалы, круто. Так и производство всей игрушки. Угу. Давай еще раз, ты говоришь про компанию. Я просто, понимаешь, научные разработки и детские игрушки. Да. Это зачем? Научные разработки. Как воспринимается цвет детским глазом, как воспринимается форма, как воспринимается ребенком различные вот для развития мелкой моторики, различные движения, различные сопоставления вот именно цветов. Все это обязательно разрабатывается... Ну, техническим бюро, для того, чтобы внедрить на производство. И прямо ты хочешь сказать, что вот все вот эти научные разработки, они включаются вот в линейки, которые мы сегодня будем представлять? Абсолютно все, даже новаторские технологии, о которых я тебе расскажу позже. Ты смотри, как заинтриговала, да? Абсолютно. Молодец. Так, ребят, значит, все вопросы, комментарии, которые у вас будут, будете писать вот здесь, вот в комментариях. Мы будем читать, здороваться, приветствоваться, ну и просто общаться и болтать. Поэтому, если что, Майя сегодня отвечает за крупный бренд, понимаете? Она стоит и просто представляет Майю эту ответственность. Я отдаю себе на растерзание, мне есть что сказать. Хорошо. Так, поехали. Кстати говоря, все, о чем мы будем сегодня говорить, ребят, вот они, 22 товара. На них сделаем сегодня обзор, посмотрим, что это за линейки. Их достаточно много, но они объединяются в единую систему, об этом расскажем. По 43% скидка, по 37%. Слушай, ну это доступно, реально. Да, да. Озон, да. Ребята, действительно, во время стрима. Кстати, час после будет действовать хорошее предложение, поэтому сможете спокойно забрать. Так, Кирилл Лавров. Значит, он говорит, что это только для маленьких, вообще спрашивает. Давай так, вот линеек-то разных много у 10-го королевства. Очень много. Сегодня сделаем обзор на что? Сегодня мы сделаем обзор на одну линейку. Это сюжетные линии Baby Blocks, которые представлены на Озоне. Что это такое? Это большая линейка,
по созданию среды вокруг нескольких сюжетов. То есть мы сегодня покажем именно сами сюжеты для игры ребенка, угу. которые потом в дальнейшем обрастают истории, и среда, скажем так, растет вместе с ребенком. То есть можно докупать различные комплекты. Мы подробно подойдем к каждому набору, то есть расскажем, что именно будет допроизводиться для того, чтобы эта линейка росла. Потом, значит, мы представим сегодня линейку мягких кирпичиков. Это линейка, которая выиграла очень много наград, и мы ей гордимся. И другую линейку, новаторскую, когда именно вот в материал, из которого выпущены мягкие кирпичи, добавлены ионы серебра, и они борются со всеми известными науке бактериями. Вот это прям новинка? Это прям новинка, она только-только вышла на рынок. Подожди, сейчас, давай перед тем, как мы еще раз обсудим. Подожди, еще раз. Вы включили в состав... можно я сразу посмотрю? Да, конечно. Да? Распакуем. Так, сейчас я возьму, смотрите, мягкие кирпичики с ионами серебра экстра. Это 6 деталей, это такой минимальный набор, это да? Это минимальный набор, да. Так, давай откроем, посмотрим. Так. Значит, вы включили в состав... как ты сказала, силиконизируем или что? Как нет, там? Это термоэластопласт. Угу. Этот материал был разработан для медицинско-фармацевтической промышленности. И он позволяет распределиться ионом серебра внутри всей игрушки, по всей поверхности. Я тебе больше скажу, у нас есть протоколы испытаний, проведенные Ростестом, когда на поверхности этого конструктора помещали бактерии известных вирусов, то есть там золотистый стафилококк, кишечная палочка, различные грибки, и они погибают, они уничтожаются. То есть ребенок может это взять в рот, да, жевать, крутить. Потом этот материал достаточно эластичен, то есть даже если ребенок упадет и ударится, и сожмет, то ничего не случится. И углов нет, я смотрю, абсолютно. Сразу, да, это вот именно разработано с учетом того. Потом, если ты обратишь внимание на размер и форму, все это округло, это помещается прекрасно в детской ручке. Угу. То есть именно вот это, ну да, не детская ручка, но не ручка, но тем не менее. Слушай, подожди, давайте еще раз, ребята, а скидку можно на них? Ну, ребят, по 40%, да, супер, надо заказать сыну моему 2,6, он в ванной играет с ним. Смотрите, это новая линейка, еще раз, вот здесь вот, ионы серебра, Майя сказала. Кстати, ну, доказательства тоже есть, там всякие сертификаты и так далее. Конечно, да, конечно, есть именно протокол испытаний проведенный, полная сертификация. Вот этот протокол испытаний, официальный Ростеста, по которому видно... что заявленные качества материала не полностью соответствуют научной проверке. Слушай, то есть, ребят, вы слышали, да? Ионы серебра убивают бактерии, различные вирусы. Да. Вот это доказано. Я тебе больше скажу, они не разрушаются ни в воде, ни в холодной, ни в горячей, ни в соленой. То есть ребенок может это использовать как на пляже, так и в соленой воде. Таким образом, понимаешь, он постоянно защищен, он постоянно... То есть это тот уровень защиты, который может дать родитель своему малышу. Слушай, огонь. То есть упал на пол или, например... Сейчас вообще дело с вирусами непростое, понимаешь? Абсолютно. Особенно вот эти вот кишечные инфекции у детей просто, понимаешь, чуть ли не крути. Вот здесь возьмет в рот, а на самой поверхности не остается... Микробов нет. Слушайте, классные кубики Надежда Кураева написала. А скажите, пожалуйста, ребят, кто не слышал об этом еще? Ну, нас сейчас смотрят уже 1500 почти, да? Потому что я, честно говоря, впервые об этом знаю. Даже интересно. По-моему, это, ну, по крайней мере, звучит это очень круто. Но я должна сказать, что эта серия «Мягкие кирпичики», она выпускается компанией достаточно давно. Я тебе скажу больше, что одна из наград, полученных нашей компанией, ну-ка, пойдем. Была завоёвана именно этой серией. То есть одна из наград, полученной от ассоциации изготовителей детских товаров «Золотой медвежонок», она дана именно этой серии «Мягкие кирпичики». У нас есть диплом, доказывающий этот факт. Слушай, ну «Золотой медвежонок» — сама награда. Это и, как я знаю, награда. Это вот среди вот этой детской индустрии это просто топ. Это как «Оскар», по сути дела. Причем признанный своими коллегами. Круто. Это очень круто. И вы победители. Да, и мы победители. Я тебе больше скажу, здесь мы привезли «Золотого медвежонка», когда мы в 2015 году признаны компанией года. И как тебе сказать, вот когда признание потребителей, это, конечно, для нас самое главное, но когда признают коллеги твои достижения в области производства детских товаров, это, конечно, круто. Да, слушайте, ну это прям огонь. Так, почитаем, что вы, ребят, пишете. Мы как-то в детстве все-таки выжили без ионов серебра, написала Вероника, понимаешь? Ребята, где мы только не выжили? Нет, на самом деле, если это есть
плюс как бонус, да, и это не стоит там десятки тысяч рублей, но почему бы не избавить ребенка от дополнительного ротовируса? Я хочу заметить, что ценовая политика 10-го королевства плюс технологии, которые помогают обезопасить ребенка, это еще круче, потому что мы не повышаем наши цены в течение многих лет. Это именно наша корпоративная политика, мы цены держим именно на всех уровнях. Дальше, более того, мы даем скидки очень большие, как вы видите. Да, почти 50%. Прикольно. И что, как говорить, мы выжили в детстве без ионов серебра, но, наверное, более мы знали о меньших вирусах и не знали, как себя обезопасить. Сейчас, когда наука идет вперед, и эти разработки помогают обезопасить вашего малыша, то почему нет? Это все, что может сделать каждый родитель. Согласен, согласен. Так, в общем, убираем сертификаты. Увидели, да? Значит, еще раз, что Майя принесла. Сертификат соответствия, Ростест, все проверено, сделано. И это, опять же, российское 100% производство. Да, абсолютно. Ты знаешь, из российских начали... материалов. Да. Ты знаешь, мои Маюши нравятся. Наташа, я поздравляю, тебе молодец. А какой самый большой набор по количеству? Давай тогда, давай расскажем. Да, давай. Значит, количество, оно начинается. Что касается именно наборов мягких кирпичиков, есть две линейки. Есть кирпичики мини и есть кирпичики побольше. Так вот, кирпичики, они стартуют от 6 деталей, потом есть наборы 10 деталей. О, 9 деталей, прости. Если мы смотрим линейку с транспорт, то здесь уже идут 10, 15, 21, 25 деталей. Но особенность линейки транспорта в том, что если линейка мягкие кирпичики, не транспорт, идут от 3 месяцев, а это, я тебе хочу сказать, получить сертификацию на товары для детей от 3 месяцев, это очень круто. Согласен. Потому что это множество проверок, чтобы ребенок мог не пораниться, безопасность материалов, это очень круто. То линейка транспорта, она идет от 3 лет. И я тебе объясню, почему. Вот здесь, если ты обратишь внимание, у нас входят в состав колесики. И эти колесики здесь крепятся на очень маленькие детали. Поэтому мы попросили сделать сертификацию, все-таки мы прошли сертификацию от 3 лет, чтобы, не дай бог что, мелкие детали не попадали маленьким детям. Ну, это классика, понятно. Ну, это классика. Понятно. Я тебе хочу обратить твое внимание, что в этих наборах колесики, они крепятся, да, они крепятся не в любом месте, как бы, ну, не в том месте, где обозначено, а ребенок может прикрепить колесико именно там, где он захочет. А, ой, слушай, прикольно. Да, то есть вот здесь и колесо я сделал, хочу его переставить, пожалуйста, в этом месте, в этом. Да. Слушай, интересно. Да. А правда, казалось бы, логично, но пускай сам придумывает, пускай сам творит, что хочет. Конечно. Так, ну, теперь вернем его сюда и здесь делаем паровозик. Я понял, то есть вот эта линейка с, давайте еще раз, линейка с колесиками заявлена 3, плюс это от 3 лет. Да. Линейка без колесиков от 3 месяцев. Да. Но по составу, да, я так понимаю, что они все идентичны. Это один и тот же материал. Безугловые. Скажи мне, пожалуйста, а они комбинируются друг с другом? Ну, вот я, например, разных линеек купил. Да, конечно. То есть это конструктор, который может расти вместе с ребенком. Подарив один раз конструктор ребенку, можно потом докупать различные наборы. Они сопоставимы абсолютно между собой и могут вырастать в такой город, построенный из этого конструктора. Прикольно. Так, а серебром намного дороже, чем обычный? Сереж, не знаю, не могу тебе точно сказать. Зайди, вот у нас вот здесь в 22 товарах. Все здесь написано. Посмотри, да, сколько линейка стоит. О, ты смотри, смотри, что написано, Май. Да. Андрей, это знаешь, на греческом написано? Что? Вот это вот, приветствие у меня написано, потому что у меня мама просто гречанка, у меня куча родственников в Греции. Неужели вы смотрите? Привет, привет всем. Привет. Я тебя поздравляю, Армера. Это поддержка. Калиспера уже вечер, да. Липнет ли к ним пыль? Пыль к ним не липнет абсолютно, но если вдруг мы захотим пролепить ее всеми усилиями, то можно это помыть водой, и пыль, она легко совершенно смывается. А шерсть? И шерсть тоже. И шерсть тоже. Окей, так, хорошо. Хорошая задумка с колесами, но все-таки хочется услышать про шерсть, пыль крупная прилипает. Ну, я так могу сказать. Май, ну наверняка мелкая пыль все-таки так или иначе по свойству, но она должна как-то. Но мелкая пыль, она вообще прилипает, ну, да, везде. Да, но всему. Если ты видишь, вот здесь они стоят, и они абсолютно не статичны, они не электризуются. Ну, у нас нету... Слушайте, в следующий раз надо пыли побольше. Надо запустить теста. Животное рядом, да, чтобы да, оно оставляло большое количество пыли. Марина Макаева, привет, привет тебе. Юлия Александровна, спасибо. А те, которые с серебром, тоже можно в посудомойке мыть? В посудомойке, но можно попробовать, потому что странный вопрос, я не слышал просто об этом, ну прикольно. Под воздействием горячей мыльной воды и соленой свойства не разрушаются, но в посудомойке, наверное, так, можно. Окей, значит, ребят, первая линейка, давай еще раз подытожим, да, это у нас, мы говорили о мягких кирпичиках.
Это мы говорили о мягких кирпичиках, и здесь же мы немножко рассказали, вот именно, это третья линейка уже о свойствах кирпичиков с ионами серебра. Окей. Так, ну, еще вопросы будут здесь? Значит, вот эти вот 3 плюс месяцев без колес, а если колеса, 3 плюс это годы. Отличаются они, как я понимаю, да, чтобы я понимал, количеством деталей. Да? И исключительно наличием мелких деталей в наборах, которые ориентированы на ребенка постарше. Да, если ты обратишь внимание, они абсолютно без запаха. Да, вот это... Ну, классно, конечно. Не, ну, на самом деле... О, все брендировано, 10-е королевство, везде написано. Конечно. Кстати, я тебе напомню, что этот материал, он создан именно вот для медицинской фармацевтической промышленности. Термоэластопласт. Термоэластопласт. Поняли? К ребенку подходишь, хочешь термоэластопласт, а? Он скажет, конечно, купи мне термоэластопласт. А говорить научиться хочешь, скажет, просишь ты ребенка. Наверное, такой конструктор понравится не только малышу, но и собаке. Очень даже может быть. Очень даже может быть. Но вообще, мне кажется, он реально функциональный. Классно, что никто не упадет, никак не повредится, он не деформируется, да, ионы серебра еще и делают свое дело. Хорошо. Ты знаешь, тут сравнивают с другими брендами. Я не буду их сейчас называть, ты просто мне скажи, насколько, ну, извини за выражение, как бы так, крупная, что ли, ваша компания там? Наша компания – это крупнейший российский производитель детских развивающих игр и игрушек. И я тебе скажу так, что наши разработки, конечно, мы не будем затрагивать наших конкурентов, но тем не менее наши разработки, они все запатентованы и оригинальны. Поэтому нам есть чем гордиться. Крупнейшая компания. Крупнейший российский производитель детских игр и игрушек. Вот это да. Да, вот мы крутые. Да. Слушай, а можно я сейчас маленькое отвлечение сделал? А 10-е королевство – это не та бренд, который вот классику там у них, Лото. Да, да. Это вот вы? О, да, это мы. Это мы. Я понял, потому что у меня какое-то название есть, то есть шахматы, шашки, классические. Да, это все мы. Ребят, привет, мам, я тебя не узнал сразу. Нарды, кстати, нарды. Нарды, шахматы, шашки, это все мы. Ну, слушай, ничего, вы так большие, хорошие. Мы выпускаем и бинго, мы выпускаем развивающие игры Алисии Емельяновой, мы много чем развиваем наших детей. Привет. Ха-ха, а кипятить их можно? Ребят, ну запекать в них можно, но понеслать. Все можно, только осторожно. Я напомню, что это все-таки не силиконовые формы для кулинарии, а детские конструкторы, которые... Да. Спрашивают, легко ли они скрепляются между собой. Ну, давай проверим, да? Ну-ка, раз, два. Ну, очень легко, кстати говоря. Они же еще отличаются по размеру. Они отличаются еще по размеру. Слушай, можно один мини посмотреть? Да, конечно, открывай. Это вот сейчас классика, да? Ребят, да. А вот есть еще, например, вот 9 деталей, есть мини. То есть, чем они отличаются? Можно же открывать, правильно? Можно, меня не заставят там купить. Хотя, ты знаешь, я, может быть, готов даже. Но если ты хочешь, я тебе его продам. Ты знаешь что? Если хочешь, ты мне его подари. Я подумаю над этим. Так, смотрим, в чем отличие. Вот зеленый. То есть состав один. Вот, это мини, а это классика. Не мини. Это не мини. Но а возраст один у нас заявлен. Три месяца. Три месяца. Интересно, а почему ты мини должен выбрать? Просто по желанию? Ну, просто по желанию, на самом деле. Ну, что, тоже прикольно. Мне даже, кстати, мини больше нравится. Не знаю почему. Может, у меня рука маленькая. Обидно. В общем, поняли. Есть мини, есть классика, это мягкие, есть линейка с ионами серебра, есть линейка без ионов серебра. Но, кстати говоря, вот линейка без ионов серебра как раз вот это самый топ, который завоевал 1,5 миллиарда различных наград на всевозможных выставках. Это очень круто. Зайдите, если хотите, на сайт там почитайте. Да, у нас все наши награды выложены на сайте. Лото у вас классное, скажу, реально классное, да. Так, я бы хотел нарды. Норик, ну пока мы не представляем. Здравствуйте, они как, не растягиваются со временем? Но за то время, когда сколько производятся мягкие кирпичики, они не растянулись со временем. Слушайте. Поэтому здесь мы можем совершенно точно гарантировать. Вот Светлана написала трошно, цены вроде норм. Ну, цены прям огненные, ребят. То есть прям огонь, реально. Тем более мы понимаем, что где мы находимся, мы на Азоре, мы можем себе это позволить, ребят. Короче, когда мы делаем стримы во время прямого эфира, вот, да, реально, это самые выгодные цены на данный момент, потому что на зоне вообще не со скидкой, а во время стрима еще дополнительно. Все здесь. Пожалуйста, все написано, скидки есть, заходите, заказывайте, доставляется вам и играете на здоровье в течение долгих-долгих лет. Что за фирма? Так, краска не токсичная. Сейчас о фирме еще расскажем. Краска не токсичная? Краска абсолютно не токсичная, я тебе больше скажу. На нашем производстве проходят все материалы, которые приходят для производства мягкой игрушки, боже мой. Для производства нашей игрушки, они все проходят жесткую сертификацию. То есть до того, как поступить в работу,
Все материалы поступающие, они проходят все контроли качества. Только после этого они поступают в работу, и на выходе уже игрушки должны пройти еще один контроль качества и жесткой сертификации. Поэтому это политика нашей компании, то есть, что касается качества, здесь мы... Знаешь, мне еще цвета ваши нравятся. Эти цвета разработаны именно с учетом того, как их воспринимать, чтобы не раздражать сетчатку детского глаза. Господи, сколько тонкостей-то, а? Да, да. Потому что детский глаз... Кто бы о нас глаз... так заботился тогда, а? Лет так 25 назад. Ну, знаешь, можешь поиграть, пока они стоят здесь. Да, я зашла к вам в магазин, написано «нету в наличии». Не знаю почему, ребят, сейчас разберемся. Привет, Андрюша, привет с Греции, смотрим вас. Мои ж хорошие, мои золотые. Сейчас нельзя ездить, понимаешь, я обычно приезжаю на Новый год к бабушке, дедушке, к тетям, дядям, к братьям, сестрам. Всем большой привет. Я тебя прекрасно понимаю, я тоже в России недавно, поэтому знаю, да? Как это. А ты откуда? Я в Италии жила 15 лет, и вот в России совсем недавно мы переехали с семьей, да, так получилось. Бонжорно, сеньора. Бонжорно. О, ты смотри, больше ничего не знаю. И я тебе хочу сказать, что вот именно, как бы, ну, у меня немножко уже сложился европейский менталитет, и я когда переехала в Россию, большим фактором при выборе моего места работы после переезда послужила именно юридическая и экономическая прозрачность компании, в которую я поступаю на работу. И, так, ну-ка, расскажи. Да, и ты знаешь, после того, как я знакомилась, учитывая, что компания «Десятое королевство» обладает абсолютно юридической и экономической прозрачностью, ну, чтобы ты понимал, проходят регулярные проверки брендов, аудиторские проверки брендов типа Walt Disney, и компания с успехом эти проверки проходит. Выходит из них с высоко поднятой головой, то есть это высокая оценка качества именно вот, прозрачности компании. Поэтому это высокая оценка. Скажите, как вообще работает? Как команда? Ты знаешь, правда, интересно, потому что это важно. У нас на зоне очень крутая дружеская компания. Ну, кроме Коли, конечно, нашего главного продюсера, что сидит, тот смотрит. Ну, вы на зоне, может быть, вы и крутая компания, но вы не сможете с нами конкурировать. Почему? Потому что наша компания управляет уже семейная династия. Поэтому управлял, да, основатель компании, генеральным директором сейчас является его дочь. И вот эта династия, да, семейное управление. Но это знаешь, как это повлияло на обстановку? Обстановка в компании, ну, чтобы ты понимал, вот если, например, шеф компании приходит на склад и проходит вакцинацию от гриппа вместе с рабочими склада, и никого это не удивляет и не шокирует, то я хочу сказать, что это, наверное, такой факт. Этим могут похвастаться немногие компании, тем более производители. Слушай, как интересно. Да, у нас очень хорошая команда, абсолютно доверительная атмосфера на работе. И я хочу сказать, это очень хорошо помогает. Здорово. Ну, о бренде еще поговорим. Так, спрашивают, дети все грызут, кусочек не смогут откусить? Не. Вот, и это я прям отвечу, Тань. Прям вообще, прям просто огненно. Даже если захотят. Даже если захотят. Передайте, пожалуйста, привет Кожевникову Сергею. Серега Кожевников! Здравствуй, он хорош. С праздником. В общем, дружище, держись. Всего хорошего тебе. Люблю этот бренд. Есть в коллекции кубики и лото. Всех с наступившим Новым годом. Интересненько кто-то написала. Так, давай, вот просят поговорить о линейке с человечками. Это правда реально круто, интересно. Значит, поговорили о мягких кубиках. Заходить сейчас, цены очень крутые на них. Надежные, мягкие. Но вот человечки, конечно, это прельщают. Они привлекают внимание. Я с удовольствием теперь расскажу об этой линейке. Это тоже полностью наша разработка. Значит, здесь вся эта линейка делится на сюжетные линии. Сейчас модно создавать так называемую среду. Так вот, то, что мы представили сегодня, это линейки, вот именно сюжеты. Если ты обратишь внимание, тут есть сюжеты и для мальчиков, и для девочек. Здесь есть сюжеты «Пожарная часть», «Маленькая принцесса», есть сюжет «Это север», есть сюжет «Гоночные машинки», и есть сюжет «Самолетик», «Стройка». И то паровозик есть, у нас. Да, и паровозик. Прикольно. Ну, скажи мне, пожалуйста, это как бы вот, я вот купил один набор и с ним играю. Вот, знаешь, часто бренды делают... Ну, как бы вот интересно, я могу второй купить и достроить в этой же линейке что-то. Я вот тебе больше скажу. Эта линейка, она разрастается дополнением каждой сюжетной линии. То есть, если это машинка, к ней выпускаются дороги, эстакады, выпускаются элементы экологии, деревья выпускаются, чтобы добавить немножечко, освежить атмосферу. И если мы продолжаем эту беседу о персонажах, то у нас даже есть элемент социализации. Персонажи могут ходить друг к другу в гости, ездить друг к другу в гости.
Но. Это что, интересно. Конечно, ну как. Ну вообще ты... да, но согласен. Вот смотри, девчонка на таком мини, да, из замка принцессы приезжает, а тут ее встречает уже такой гонщик, гонщик. Ты знаешь, мне первое, что отмечу, мне нравится не агрессивность вот всего этого дела. Лица аккуратненько нарисованы, да. Кстати, можно я сразу полапаю их, извини меня за выражение? Ты можешь разобрать его полностью, mm-hmm. он полностью разбирается. Так, у него... это уже пластик, ребят. Это пластик. Термопласт. Это уже не термоэластопласт, а термопласт. Но если ты обратишь внимание, он отлитый. То есть нет никаких заусенец, нет никаких деталей, обо что ребенок может поцарапаться. О, видите, как открывается как голова, неожиданно, да? Оп! И открыли, а вот у него такой шлем. А ты знаешь, для чего это сделано? Нет, это сделано для развития мелкой моторики у детей. Собирая крупные детали, они напрягают те участки пальцев, которые вот влияют именно на развитие мелкой моторики. Угу. Тут тоже все разбирается. Тут да? тоже все разбирается, колесики открепляются. Угу. Тот просто сказал, что пидстоп это вообще огонь. Ну, в принципе, да. Так, в пидстопе у нас два человечка, да? В пидстопе у нас два человечка. Один из них водитель, второй из них механик, который может поменять ему колесо. Давай мы сейчас это сделаем. Та-та-та-та-та. Так, это, кстати, 3+. Это 3+, потому что... Да-да, это 3 года плюс. 30 деталей. В общем, он пришел, чувствует, что надо менять. С чего мы начнем? Мы сначала снимем. Снимем одну деталь. А что ты сидишь в машине? Вылезай, давай, помогай. Скорее, скорее, мы бежим на гонку. Снимаем одно колесо. Так. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Идем, ставим его. Это ставим в запас, мы его отремонтируем. Все в порядке, давай. Он садится на машину и поехал. Слушай, просто, понятно, классно. Опять же, цвета насыщенные. Все вроде бы сделано довольно комфортно. Мелких деталей здесь, ну, особо мелких нету. Нет, абсолютно. Ну, что, мне, ну, мне так симпатично. Если ты обратишь внимание, цвета насыщены, но не раздражающие. Это, опять же, благодаря исследованиям, разработкам. Ну, я не знаю, ребят, кого-нибудь раздражает? Я просто спокойный человек, меня, может, не раздражает. Кого-нибудь, может, раздражает глаз. Так, рисунок на деталях краска или наклейка? Сейчас посмотрим. Это наклейки. Это наклейки. Вкладываются в каждый набор, угу. и можно их потом наклеить. Угу. Мишель не понравилась мордашка у девочки. А это девочка? А, девочка, наверное, вот эта вот. Ну, смотри, какая, а? Блондинка. Может, тебе блондинки просто не нравятся? Посмотри. Хорошо, что человечки добрые, не страшные. Да, на самом деле, я согласен. Мне тоже это нравится. То, что человечки добрые, и это важно. Ну, цветовая гамма у пидстопа такая зелено-красно-желтая в основном. К девчонкам давай пойдем. Это замок принцессы, да? Вот он. Слушай, вот это уже 40 деталей. Да. Это уже прям да. много. Девчонка, она такая зажиточная девчонка-принцесса. Ну, правильно. Будем учить к лучшей жизни вас, понимаешь? Конечно. А о плохой жизни они сами все узнают, если что. Вот. Ну, я вот не очень понимаю, правда, что вот это такое. Ну, типа, это, наверное, можно перестраивать, строить, да? Ты знаешь, да? это можно поиграть, что она построит лесенку, она построит mm-hmm. какой-то въезд. Это все между собой соединяется, и ты можешь достраивать. Это как бы один из вариантов замка, который мы собрали. Но, естественно, ребенок может придумать свой сюжет и свою конструкцию. Слушай, ну классно. Очень хорошо прикрепляется, да, очень хорошо да, держится. Да. Большие, качественные, на ощупь очень приятные. А я могу с той линейкой соединить, например? Да, конечно. Я возьму вот из пидстопа, да? Они абсолютно совместимы друг с другом. Они соединены. А зачем, только непонятно. Ну, в принципе, можно. Главное, что можно совмещать. Так, значит, это замок принцессы. И у нас здесь большая пожарная часть. О, моему племяннику пожарную часть. Ты знаешь, мне нравится, что ваши линейки, они такие, ну, не абстрактные, это не замки драконов, а они такие общественно-жизненные. То есть, что у нас есть вот в реальной жизни? Ты понимаешь, я тебе напомню, что эти линейки создавались именно для развития, это развивающие игры для детей, и они, когда будут обрастать дополнительными деталями, это будут дорожные знаки, дети смогут изучать правила дорожного движения, девочки смогут изучать бытовые всякие принадлежности. То есть угу. это не просто так. Все это, угу. это конструктор, который растет с ребенком, обрастает деталями и развивает его. Прикольно. Пожарная часть, скорее, скорее тушить. Слушайте, ну вот, ты знаешь... Как-то не странно. Я тебе честно могу сказать, так как я человек все-таки повзрослее, угу. я привыкаю играть все-таки более с маленькими деталями, например, племянники, да, любят, например, когда поменьше. Но вот я вот сейчас вот смотрю их, мне как-то бессознательно удобно, вот не знаю почему. Потому знаешь, что настолько... эта форма разработана именно, чтобы помещаться в руке, как детской, так и взрослой. Реально. Понимаешь, это обтекаемая просто... форма, она легко ложится в руку, не раздражает.
Ну, опять же, что бы тебе сказала моя мама, бабушка, да, племянников моих, она сказала, главное это качество, потому что они в любом случае там что-нибудь лизнут, в рот притащат и так далее. Здесь же опять сертификации, абсолютно проверки. На все. У нас есть сертификации, они все в открытом доступе, их можно скачать, с ними можно ознакомиться. Я тебе больше скажу, планируется сейчас выпуск этой линейки тоже с ионами серебра. О, это интересно. Да, это материал будет новая позволяет фишка. Добавить ионы серебра и в этот материал тоже, поэтому не останавливайся на месте, развиваем эти линейки. Руки не двигаются? Не, Мишель, не двигаются руки. Тут руки как бы сделаны довольно номинально, как я смотрю, да, ну то есть просто в форме. Здесь три детали, человечек, три детали. Большие, понятные, то есть ты их вставляешь и играешь. Но, кстати говоря, вот круто, ты уже сам собираешь полноценного человека, да, понимаешь? В три года. То есть ты вот собрал в три года, и ты играешь уже с полноценно собранным, самостоятельным образом. По сути, вот пожарная часть — это прям пожарная часть. Все детали есть большие, есть малые, можно собирать по-разному. Ну, по-моему, прикольно. Человек может сесть в любое положение на машине, если ты обратишь внимание, и поближе, и подальше. Это тоже выбирает сам ребенок. Кстати, да. Вот она, пожарная часть. Прикольненькие у вас наборчики в этом, знаешь, как чемоданчики, как кейсы. Ну, очень любят их покупать в подарок. Ну да, потому что, да, знаешь, да, красивая упаковка. Я замечу, что это все-таки европейский уровень, как упаковки, так и самого пластика, из которого изготовлены наши конструкторы. Так, смотри, красота, сами раз. Значит, отличный набор, не стыдно, на подарок возьму, на заметку, жаль, мы уже выросли. Ну, значит, действительно, сейчас, кстати говоря, очень хорошее предложение. Грубо говоря, там большой набор за 500 рублей купили. На любое событие через несколько месяцев, через полгода можно подарить. Реально круто, ну, просто сейчас выгодно. Да, да, такой же набор других брендов, от 1000 рублей, да, и то даже не найдешь, согласен. А скорая помощь есть? Скорой помощи пока нет. Надо заработать, люди пишут, подумаем люди над хотят. Этим. Мне нравятся эти симпатичные мордочки. А с полутора лет какой лучший конструктор, как ты посоветуешь? Полтора года. С полтора года, пожалуйста, с трех месяцев мягкие кирпичики. Мягкие кирпичики, да? Конечно, можно с ними играть, они будут расти вместе с ребенком. Ну, короче, я не знаю, ребята, на самом деле, но если у вас ребенок в адеквате, мне кажется, два года, если ему, пожалуйста, вот такой набор вполне. Нет, я ничего не говорю, да, все-таки есть номинация 3+. Ну, я просто вот смотрю, не знаю, вот у меня племянник с удовольствием играл, ему два года. Ну, понимаешь, номинация 3+, это жесткая сертификация. Да, да, да. По размеру деталей, да. По количеству. Угу. Буду внуков ждать как раз для трехлеток. Мне нравится. Цена хорошая, да, действительно. Так, хорошо. Может, мы что-нибудь соберем с тобой? Посмотрим. А давай. Давай так. Откроем что-нибудь новое. Значит, у нас здесь вот там представлены... Здесь есть стройка, здесь есть веселый паровозик. Здесь есть... О, слушай, вот у нас еще не было самолетов. Кстати говоря, линейка самолеты. Давай посмотрим, что вообще есть. Как она построена, что здесь есть. Здесь уже у нас летчик. Здесь у нас летчик. Летчик у нас есть в любом наборе. Так, раскроем его. Оп. Оп. Так, большие человечки. А, он, слушай, в отдельной даже упаковочке даже. Да, чтобы вытаскиваем. Не я посмотрел, сколько там деталей, ну, примерно сейчас поймем. Тут 20 деталей. 20 деталей, да. То есть мы его вытащили. Здесь то, о чем у нас, из чего он состоит, да? Дальше что? А, ну вот эта инструкция, наверное, если она нужна. Ну, это для такой базы, хотя придумывать, наверное, можно что угодно. А, вот они наклейки, о которых ты говорила. Да. Вот они наклейки. Окей. Наклейки. Как его вытащить? Можно снизу открыть. Можно снизу открыть. Так. Ой. Не переживай. Я же немножко порвал, ребят. Немножко порвал. Ну, кстати, а как по-другому? Порвать? Не, по-другому никак открывать. А, открываем прям, да? Открывай. Ой, слушайте, как я люблю распаковывать что-то. Распечатывать подарки. Но, а это же, понимаешь, это тоже входит в часть игры, безусловно. Вперед на старт! Так, у нас летчик есть. Слушай, ну расскажи немножко еще тогда о бренде. Так, все мягкие конструкции разобрали. Алмаз Сафин меня хвалит. Алмаз, спасибо тебе большое. Не буду читать, просто спасибо. У меня малыш любит играть в скорую помощь, пожарную часть, полицейских, заправку с бензовоза. Ну что ж, я не сомневаюсь в этом. Так, скажи, пожалуйста, можно ли отнести вообще ваши игрушки, и насколько это важно именно вот обучающие серии какие-то вносить, не в которых просто играя, а вот вы что-то разрабатываете в плане вот обучения именно? Да, конечно, компания занимается разработкой обучающих игр тоже, но если мы не говорим о данных конкретных линейках, пока ты собираешь, они наглядные, то это обучающие игры практически до 11 класса, это и электровикторины, это и игры мафия, это шахматы, шашки, как ты уже и говорил.
То есть очень широкая линейка обучающих игр производится нашей компанией. Но я тебе хочу сказать, что у нас и очень большие объемы производим мы. Мне надо посмотреть картинку. Тебе нужны, инструкции. Да. Что ты имеешь в виду? У нас очень большие объемы производства. То есть с каждым годом они все растут и растут. А вы, прости, но за вопрос, как бы, вы российский бренд, крутой. Да. Не пора ли уже выбираться не из крупнейшей российской компании, например, на крупнейшую европейскую компанию? Или есть вообще в планах такое? Ну, я задала этого вопроса. На самом деле, во всех русскоговорящих магазинах мы уже есть. И у нас планируется, выход на европейский рынок. Но, конечно, основным направлением всегда оставался внутренний рынок российский. И, собственно, мы поэтому удерживали всегда и цены, потому что наш потребитель должен иметь возможности покупать наши игрушки и не отказывать себе в этом удовольствии. Но, тем не менее, мы выходим на европейский рынок. Это вы молодцы. Да, мы стараемся. Знаешь, почему? Почему? Все-таки, наверное, русскому человеку имеет смысл гордиться тем, что есть российские игрушки, произведенные из материалов российских, на российской территории, именно российским производителем полностью. Согласен, ты знаешь, согласен. Да. Правильно, потому что, мне кажется, ты знаешь, мне в последнее время кажется, что у нас гораздо лучше сертификация, чем у Европы, ты знаешь, жестче. Мне кажется, это так удивительно, ты знаешь, но это классно. Это классно, потому что российские производства наконец-то выходят уже не просто, это наш бренд и так далее. Это наоборот круто, это не какие-то азиатские страны. Кстати говоря, мне просто интересно, я вот говорил о команде, и мне кажется, это важно, команда, да? Вы вообще как команду набираете? У вас есть какие-то, может, критерии? Кто собирает? Это же важно. Потому что иногда показывают производство, они сидят в пыльных, душных, сидят приезжие, без всяких этих самых, они что-то собирают, с грязи копаются. Вдруг у вас так же? Мне жаль тебя разочаровать, но это совершенно не про нас. У нас красивые фабрики современные, со всеми необходимыми помещениями для нормальной работы и жизни людей. Во время рабочего дня есть где отдохнуть и есть где пообедать. И мы стараемся обеспечивать рабочими местами именно людей, которые проживают рядом с фабрикой. То есть, как ты понимаешь, мы не экономим на заработных платах. И у нас постоянно, ищут сотрудников, потому что мы сотрудников, которых принимаем на работу, мы предпочитаем обучать их и помогать им расти профессионально. Слушай, то есть если работа нужна будет, можно обратиться? Да, конечно. Отлично, да, спасибо. А из мелких деталей есть конструктор? Из мелких деталей есть другие линейки конструкторов. Сегодня из тех, что представлены сегодня, нет, но у нас очень большой спектр конструкторов, которые мы производим. Это в том числе и металлические конструкторы, и, в общем-то, есть на чем разгуляться. Где производство, в Китае или в России, ребят, ответили прям вот Россия, 100%, причем полный цикл, мы об этом говорили. Да. А для детей старше, например, 7 лет, есть что-то наборы? Да. Есть, да? Да, конечно, они просто не входят в эти линейки, которые мы сегодня представляем, но для 7, для 14, все это есть у нас. Все мягкие конструкции, говорят, разобрали. Ребят, может быть, реальное предложение просто огненное, мы вещаем все, у кого есть интернет, у кого есть Озон. Это правда. То есть мы сейчас без дураков говорим, конструктор полностью соответствует всем заявленным сертификациям. Это победители, я бы сказать, Оскара в мире игрушечной индустрии. Реально. Это прям реально. Вон золотой мишка стоит. Причем зайдете на сайт, потом можно к вам на сайт зайти, конечно, покопаться, посмотреть о бренде. Ребята, у них несколько страниц наград. Я не знаю, сколько их. Это просто огромное количество. Это очень круто. И мне это нравится. А интернет-магазин есть? Наверное, есть, да. Но на Озоне сейчас выгоднейшие предложения. Из Шаховской привет. Привет вам тоже. Это наше производство. Привет им. Ух ты, почти самолет, да. Ну, действительно, почти самолет. Как получить скидку по онлайн-трансляции? Ребят, она заявлена уже здесь. То есть на Озоне во время нашего стрима и час после будет действовать предложение, которое вот вы видите вот здесь. 37%, 48% скидка. То есть за 379 рублей можно купить целый набор. Можно заказать несколько в подарок еще кому-то. И это предложение по цене еще час после будет висеть. Потом вернется прежняя цена. Она и так, в принципе, не очень большая. Ну, то есть, мне нравится, что вы не только такие, классные по качеству, вы еще доступны, и это важно. Да, у нас ценовая политика не меняется. Мы стараемся держать цены на том уровне, на котором они были и раньше, и не повышаем их. Да. А по поводу подарков я хотела тебе сказать, что если у кого-то есть дочка и сын,
как ты помнишь, они абсолютно сопоставимы между собой. Если подарить две разные сюжетные линии, то можно же, в общем-то, как бы играть всем вместе. Угу. Если покупают в подарок не только один набор, но и два, там можно разную тематику. Кстати, сейчас поговорим о вариантах для девочек. Был вопрос о девочках. Угу. Ребята, смотрите, иногда бывает так, что вы не видите скидку. Надо заходить в личный кабинет, и тогда скидка появится. Ну, тут просто для зарегистрировавшихся. Это делать очень просто и понятно. Так, у вас какие-то есть еще вопросы, мои хорошие? Кстати, напишите, кто вообще пользуется, насколько мягкие кирпичики, потому что они меня очень заинтересовали, насколько они реально удобны в применении, вот в практике. Потому что Майя, конечно, красивая, говорит, я все понимаю, но она представитель бренда. Давайте про жизнь, да, давайте про жизнь. Вам нравится, у кого есть мягкие кирпичики? Ну, касательно про пластика, тут говорили, что на вид хороший. Ну, я не знаю, честно говоря, у меня нет лабораторных исследований каких-то, да, но, Майя, ну вот так вот реально. Мне нравится, что он такой, знаешь, глянцево, симпатичный, да. Он привлекает внимание. Смотрите, какой аккуратненький. И приятно его держать в руке? Очень приятно. Вот мне это нравится. И мне нравится, что эти детали, они видны. Они, скорее всего, не потеряются. Да? На них наступить, ну, как бы довольно-таки сложно. Потому что на мелкие детали, значит, наступаешь, больно, они теряются постоянно. А здесь все есть. И возможность для дополнительных каких-то перестроений. Одного базового набора нужно. Давай о девочках поговорим. Что Давай. Им-то надо? Девочкам, ну, на самом деле, знаешь, я тебе так скажу. Моей дочери, например, куклы, это не совсем интересно. Но, тем не менее, для девочек вот есть принцессы, и принцессы эти растут, принцессы ездят на автомобиле, принцессы строят замки. Но в том числе, давай откроем еще один набор, давай, который какой? У нас не открыт. Вот, например, набор «Север». Так, я тебе скажу так. Моя дочь фанатеет от тематик, которые не связаны с принцессами. Садись ко мне сюда. Садись. Так, ей не нравится вот эта вся няшность? Нет, нет, абсолютно. Абсолютно. Так, открывается. Здесь, наверное. Да. Заклеено. Так, ну и расскажи про... Слушай, а у тебя дочка есть? У меня есть дочь и 4 сына. Сколько? 4 сына и одна дочь. У тебя 5 детей? Да. Обалдеть, ребята. Слушай, да ты мать-героиня. Ну да, есть такое. Так, цветы в студию. Жалко, нет? Аплодисментов не надо, цветы и подарки. Слушай, ребят, 5 детей. Кстати, всем многодетным мамочкам, у меня тоже мама многодетная, у нее 7 детей. Бабушка. У моей мамы 6 еще братьев и сестер. Круто. И она не фанатеет, значит, твоя дочь от принцесс. А что ей нравится тогда? Ты знаешь, ей нравятся нейтральные тематики. Если ты обратишь внимание, у нас в этой линейке есть нейтральные тематики именно для девочек или для мальчиков, кто не хочет зацикливаться именно на машинках. И вот, скажем так, не делить по признаку мальчики и девочки эти игрушки. Я понял тебя. У нас есть, вот кому, кстати, не нравилась девочка, у нас есть чисто прям вот девчонки, прям куклы-девчонки. Да, ты давай достань да, северного жителя. Давай. Я пока посмотрю, да. Чего здесь дали. Так, здесь 7, ну вот они, наклейки, опять же, да. Кто-то пишет, что ребенок зубы точит об мягкий конструктор. Ну, кстати, это и правда удобно. Продукция классная, мягкие кирпичики просто супер. Нам всего год, но любим грызть, перебирать. У кого-то плохая связь, Тань, жалко. 4 сыночка и лапочка-дочка. Так, в эфире 3 цены. Одна основная, вторая скидка, третья напротив красной камеры справа. Что? Подожди. Размер скидки. Смотри. Вот это сколько сейчас стоит, это сколько стоит и будет стоить после нашего эфира, через час после. А это размер скидки. Все, понял, окей. Спасибо, уже кто-то ответил. Да, значит, конструктор, вот из чего он состоит. И здесь как раз к вопросу о том... Да, давай соберем. Опять же, собирать все так же интуитивно понятно. Да? Цвета у нас... Ну, ваш ребенок сделает, наверное, чуть медленнее. Но я все-таки уже... Взрослый ребенок. Больше, чем 3 года. Ну, совсем чуть. Кстати, у меня на этот день был день рождения. Да, все, завершу цикл поздравлений. Сегодня пятница, а был у меня во вторник. Ребята, спасибо за поздравления. Можете не писать, хотя, если кто-то хочет. Так, слушай, дай посмотрю, как это должно быть. Да. Это 2 оленя. Ну, тут, я так понимаю, нужно вот тут наклейки как раз нам понадобятся, да? То есть ты представляешь, да? Ты, играя, еще и географию изучаешь, что на севере живут олени. Это для родителей, который может провести, да, то есть настолько образовательный элемент. То есть, понимаешь, целый сюжет для игры с ребенком, объяснить ему, что на севере живут олени. Я тебе заострю твое внимание, что человечек одет национальную одежду. Тоже важно. Это рассказать, тоже важно. А что за одежда? Абсолютно, слушайте, правда, понимаешь? Это важно. Вот это вот образовательное решение, оно направлено все на развитие ребенка.
Так, ну вот эти фигурки как бы как-то вот так красиво должны складываться. Здесь опять же наклейки. Вот, Макс, покажи. Да, то есть мы когда наклеим, мы поймем, что это деревце. У оленей есть рожки, у оленей есть глазки. Да, колесики наши красивые. Вот даже маниша такая беленькая есть. Слушай, я хочу, ну, прости, заострить твое внимание, что здесь вот наклеечки, они наклеены на зеленом фоне, да, на зеленые кубики. Тебе объясню, зачем это сделано. У нас мы стараемся в каждом наборе добавить именно вот экологическую составляющую, чтобы ребенок понимал, что все-таки наличие еще и деревьев, тех же самых пальм, вот это вот то, что растет на севере, понимаешь, это все направлено на развитие. У нас вообще тема экологии в компании, она как бы нам близка, потому что в образовательных, опять же, целях, чтобы ты понимал, мы производим еще и наборы, ну, например, сортировка мусора. То есть ребенок сортирует мусор, играя, представляешь? То есть обучается много чему именно в процессе игры. Так, наверное, надо. Да, это важно. Ты знаешь, сейчас многие заточены именно под вот правильное воспитание личности с ранних лет. И мне кажется, что это, когда есть такое в игрушке, ну это почему бы нет? Многие говорят, в нашем возрасте такого не было, ну и что хорошего, по сути дела. Ну ты знаешь, закладывание основ и баз воспитания с раннего возраста, это, наверное, не так плохо. В общем, оленья упряжка готова. Мы поедем, мы помочимся на оленя хутором. Ой, жалко, ну не буду я сейчас наклеивать на них рожки да ножки, но выглядит классно. А это вот как раз к вопросу о том, спрашивали мальчик-девочка, да, давай еще раз. Вот в наборе принцессы прям девочка-девочка. Да. Да? В наборе, например, конструктор, ну прям мальчик-мальчик. А здесь... Ну, довольно универсально. Довольно универсально. То есть здесь как нет, ты решишь, мальчик, девочка. Нет такого полового признака. Ну, тоже хорошо. Тоже это хорошо. Очень удобно, если ты покупаешь набор на подарок. То есть, понимаешь, мальчику, девочке и не можешь. Если девочка, как моя дочь, например, не очень любит принцесс. Так, а есть в продаже сортировщик мусора или это не конструктор? Ну, сортировка мусора, это мы это производим, но на зоне, вот, я не знаю, есть он или нет в нашей линейке, но вообще мы его делаем, да. Так, хорошие наборчики, на подарок очень красиво, согласен. Все увидели возраст. Ну, касательно вот этих линейк, они, по-моему, все 3+, именно 3 года. Нет. Мягкие кирпичики 3+ месяца. Да, но вот везде, где есть человечек, да, это уже... Да, это 3 года. То есть, если пластик, это 3 года. Ребят просят, знаешь, что показать? Да. Что надо здесь сделать, Гульшат пишет. Здесь мы смотрим обзор, ребят, на крупнейший российский производитель игрушек. Это 10-е королевство. Кстати, у вас сертификат, дай-ка глянем, что это такое? Это наши дипломы. Ну-ка, диплом, номинация. Номинация. Компания года. Ребят, национальная премия в сфере товаров и услуг для детей. Ну вот о чем я говорил, это я просто знаю, это уже ребята приходили, да. То есть это прям Оскар в мире игрушек. Золотой медвежонок, награждает 10-е королевство, 2016 год, экспертный совет премии. То есть компанией года в 16-м году стала именно 10-е королевство. А это что висит? В 15-м. Это висит именно премия, которую получили именно конструкторы «Мягкие кирпичики», про которые мы сегодня рассказываем. Ага. Понятно. Хочешь, посмотрим остальные награды нашего бренда? Пойдем. Скажите, в год во что лучше играть? Так, смотрите, набор принцессы мы еще с вами покажем, надеюсь, успеем, да? И про мягкие тогда вернемся, для малышей сразу еще раз покажем. Ну, давай пока вот о наградах. Так, Минпромторг России, индустрия детских товаров, сделана для России. Это тоже какой-то приз, да? Знак качества «Лучшие дети», национальная программа продвижения лучших российских товаров и услуг для детей. Прям медаль. Смотри-ка. Да. Это знак качества «Лучшие дети». Это круто. Это вот тот самый золотой медвежонок, да? Ну, на самом деле, лазил по вашему сайту, у вас куча наград. У нас очень много наград, у нас очень много благодарностей, потому что помимо нашей общей деятельности мы очень много уделяем внимания и благотворительности, и мы очень много помогаем. То есть каждый год мы и помогаем и детским домам, помогаем и благотворительным фондам, и помогаем и онкологическим центрам. Поэтому у нас благотворительности уделяется достаточно большое внимание. Это абсолютно у нас такое направление. Ну, я могу сказать, это, конечно, круто, но, наверное, это правильно, да? Потому что если вы уже вышли на определенный уровень и стали крупнейшим российским предприятием, ну, производства игрушек, прям это честь и хвала вам. Это правда, мне кажется, должно уже быть у всех, должно быть, потому что мир непростой, и заниматься благотворительной деятельностью, в принципе, было издревле у нас в почете, понимаешь? Поэтому очень круто, молодцы. Ну что, пошли, у нас с тобой 12 минут. Май, 12 минут. Я хотела тебе рассказать еще об одной нашей особенности. Давай, интересно, пойдем. Мы с тобой, куда мы, сюда? Да, давай здесь.
Учитывая, что мы являемся производителем, мы отвечаем за качество товара, который мы производим. То есть, если вдруг случается такое, что ты открываешь нашу коробку, и там, ну, допустим, не хватает одного бочонка среди всех бочонков, которые есть в твоем лото, мы отвечаем за качество продукции, проданной на всех площадках. И если потребитель обращается к нам напрямую, это возвращаясь к разговору о семейной атмосфере, обращается к нам напрямую, и мы по подобным ситуациям всегда отрабатываем. То есть мы высылаем потребителю либо недостающие вещи, либо мы высылаем целый набор. То есть, являясь производителем, мы даже не просим доказать, где-то человек купил этот товар, но мы отвечаем за наше качество. То есть мы тоже, ну, признак большого, хорошего бренда, крупного. Да, да. Здорово. Да. Мне нравится, что у вас семейная компания, честно говоря, ты знаешь. И мне нравится, что после того, как компания развелась, вы не продали ее кому-то, ну, там, или не продали, а действительно теперь это такой семейный, очень хороший подряд. И если ты еще, ну, как бы, то говоришь о том, как у вас внутри еще построено, внутри команды, да, когда вот генеральный директор, который владеет всем, крупный магнат, приезжает и абсолютно нормально на складах общается. Вот, ну, мне кажется, так и должно быть. А то нас загоняют в работу, и все ради денег и никаких человеческих отношений. Понимаешь? А вот это же все складывается. Это кто верит в энергетику, я просто верю в нее, да. Мне кажется, это все заложено на успех, на удачу и на... С этим же соприкасаются дети, вы понимаете, да? Вот, вот эти вот мягкие кубики, о которых мы вначале говорили, их грызут, их пробуют, их смотрят, с ними плавают, с ними их любят. И с ранних лет учатся, и почему бы за, слушайте, сущие там несколько сотен рублей купить игрушку, которая на протяжении многих лет вообще с ней ничего не станет, да, которая абсолютно безопасна. Ты об этом сказала, что здесь фишка в том, что даже углов нету. Да, который можно, был, кстати, вопрос, плавать можно, играть с ней, да? Можно, можно играть и в теплой, и в холодной воде, и в соленой воде, как угодно. Я тебе больше того скажу. Производство детских игрушек – это не только благородное дело, это еще и богоугодное дело. Это я тебе как человек верующий могу сказать. Потому что это не производство, да. Ну, вообще-то да. Это абсолютно да. Я как бы тоже здесь... Мы что-то раньше не сказали, да? Мы были бы близко. Мы еще нашли с тобой одну точку соприкосновения. Ну, у нас еще есть 10 минут, поэтому мы вполне все успеваем. У нас есть 10 минут. Так, есть какие-то вопросы? Озон, вы просто обязаны тоже дать награду этому производителю. Какая хорошая тема, понимаете? Озон. Знаете, как в некоторых программах будет давать наклейку. Проверено озоном. Надо, кстати, запомнить. Спасибо. У вас есть какие-то игрушки для детей от 6 лет? Да, конечно, у нас есть игрушки, повторюсь, практически до 16 лет и больше. У моей подруги есть дети, 17-летние, 16-летние, которые играют в игры, произведенные нами, настольные, развивающие и прочее. Угу. Все у нас есть. Ну, может быть, не в этой линейке, которую мы сегодня представляем, но вообще у нас очень широкий перечень. А у вас есть вообще какой-то, ну, вот, запатентованные авторские игрушки, которые как будто вы разработали? Да, конечно, у нас они все практически. Практически все. Да. Ну, здорово. Да. Давай тогда смотри, мы с тобой сейчас вкратце пройдем вот о каждой линейке, немножко остановимся. Давайте подытожим, ребят. Вам классный эфир был, через 10 минут мы закончим, потом вернемся, у нас будет второй час. Просто, знаете, к нам сегодня пришел мировой бренд, на самом деле, более 200-летней истории, какой, видите, совсем скоро, очень интересно. 20-летний. 200 это будет дальше, а здесь 20-летняя история, но уже полюбившаяся, это круто. Итак, сегодня мы делали обзор на компанию Королевство. Майя сегодня представитель этого бренда, вот рассказывала нам о всех преимуществах, да, этой компании. Познакомились мы с ней. Мне нравится, что мы познакомились еще, знаешь, с внутренней составляющей просто организации вашей компании. Мне кажется, это важно. Да, но на какую линейку, на какие линейки мы делали сегодня обзор? Давай еще раз. Давай. Значит, одна из линеек — это были мягкие кирпичики. Так. Серия делится на мягкие кирпичики мини. И мягкие кирпичики побольше. Серия состоит из нескольких комплектаций. То есть это по количеству деталей внутри коробки. То есть коробка поменьше, коробка побольше. Есть серия кирпичиков транспорт, куда входят еще и колеса, и можно делать паровозики, машинки. Это у нас серия представлена чуть ниже. Ну, тоже мягкие. Тоже мягкие кирпичики, тоже мягкие. Даже колеса. Даже колеса, ребят. Причем, кстати, колеса, извини, я сейчас тебя перебью, да, их можно переставлять. Ну, вот видите, разная деталь. Если появляются мелкие детали, в обязательном порядке 3 от 3 лет. Да? Вот, их можно вставить, ну, куда угодно, на любое пространство. То есть они не ограничены. Можете хоть тележку сделать, хоть паровоз, что угодно. Так, окей. Так, это все касательно мягких игрушек. Да, мы с тобой представили новые технологии. Это ионы серебра.
в составе материалов, из которых изготовлена новая линейка мягких кирпичиков, которые обеззараживают все известные микробы. Это новинка? Это новинка, она только недавно вышла на рынок. И, значит, сейчас домашняя работа, что запомнили, да? Я просто помню, что это, мне вот было принципиально, что это не какое-то напыление ионов серебра, да, тут в структуре. Распределено в структуре по всей поверхности материала. А ионы серебра нужны для чего в таких игрушках? Убивать бактерии. Убивать бактерии. И детки их могут брать в рот. Да, да. То есть какие-то вот, причем это... Мы вначале говорили, кто к нам присоединился, это доказано же, да? То да, есть доказано. У нас есть именно протоколы испытаний, ростеста, когда на поверхность мягких кирпичиков с ионами серебра наносились именно бактерии, и они убивались. Видали? Вот она, новая линейка, мягкие кирпичики. Есть от 3 месяцев. Грызите, десна проверяйте, углов нету, падайте на них, все что угодно, хорошо крепится между собой. Купайтесь в ванной. Купайтесь в ванной, да, берите в песочке играть. Свойства не разрушаются ни в теплой, ни в холодной, ни в соленой воде. И мы представили с тобой еще одну линейку. Это сюжетные линии Baby Blocks. Это, значит, это у нас основополагающие сюжетные наборы, вокруг которых вырастают, можно вырастить для ребенка целую среду. Значит, человечки здесь разные линейки, можно посмотреть, разные серии точнее. Вот стройка, я вот собрал в прямом эфире самолетик, есть еще вот такой веселый паровозик. Да? Кстати говоря, веселым, скажи, в веселом паровозике и мальчик, и девочка есть, да? В веселом паровозике? Почему? Вот один человечек. А, один человек. Нарисовано на картинке. Если да. Мне показалось, что это девочка. А вот в стройке тоже мальчик, в самолетике тоже мальчик, а есть где принцесса. Пошли к ней подойдем. Это вот для девочек, кто хочет приобрести. Да, вот она. Кстати говоря, немножко тогда затронем. Мне кажется, что это вообще самый большой набор. Нет, я не прав? Ну, по крайней мере, принцесса, что есть это у нас деталей. Достаточно такой, да. 40 деталей. Вот в таких вот кейсах все к нам приходит. Для подарка просто огненно. Идеально. Правда, надежно. Цвета разработаны, еще раз расскажи, мне понравилась эта фишка вашего бренда. Цвета разработаны именно с учетом того, чтобы не раздражать сетчатку глаза ребенка. Здравствуйте, где можно ознакомиться со всем ассортиментом игрушек и настольных игр? Благодарю. Заходите на Озон, ребят, посмотрите, пролистайте, видите «Десятое королевство», там все очень интересно, все в общем есть. Сама игрушка состоит из... Это пластик, да, все очень понятно. Три части составляющие. Это можно. Термопласт. Термопласт, это важно. Я тебе напомню, что эти линейки будут производиться также с ионами серебра. То есть мы вводим серебро и в состав этого материала тоже. Он позволяет химически сделать эти изменения. Ну и вообще все, о чем мы, на что мы делали обзор вот сейчас, в этом стриме. Вот они, 22 товаров. Заходите сюда. На каждый из них действует специальное предложение. Ну, там от 35 до 45% скидка. Значит, если вы заходите и не видите скидку, зайдите в личный кабинет, через личный кабинет. Посмотрели. Здесь, кстати говоря, можно подробно еще ознакомиться с тем, что есть. Причем фотографии пользователей есть. Мне нравится на Озоне. Да, вот эта фишка такая, не только от бренда. Заказываете, кладете в корзину. Это выгодно. Вот такое предложение будет еще час после. Мы через 3 минутки закончим. И час после сможете спокойненько заходить, смотреть. И приобрести, ну смотрите, хотите несколько наборов, потому что они разные. Вот это, например, пит-стоп. Здесь уже гонщик настоящий. Причем играть можно разнообразно. А вот если у вас мальчик и девочка, ну посмотрите, как они встретятся вместе, понимаете? И у них разгорится, может быть, какие-то дружеские отношения. А если разгорится дом у них, вот тут уже приедет пожарная станция. Вот так вот. Приедет пожарник уже и уже потушит. Кстати, пожарная станция реально круто. Мне кажется, вообще, вот вы зря не сделали скорую помощь. Надо было сделать полицию, скорую помощь, пожарная. Мне кажется, это вообще всем всегда так интересно. Ну, да? Подумал над этим. Вон у нас еще есть товарищ на самолете, который их повезет в свадебное путешествие. Так, я пока только про дружбу. А ты сразу, ну, все-таки у меня 5 детей, понимаешь? Она знает что говорить. К чему я веду. К чему ведет, да. Дошел на Озоне до 77-й страницы ваших игрушек. И вы сами все это делаете? Да, абсолютно сами. Да, и это очень круто, ребята. Мы полностью правда. Российское производство из российских материалов. Причем полного цикла. Полного да? цикла. Как и научные разработки, так и производство само. Смотрите, какая машинка классная. Ты знаешь, мне вот еще нравятся цвета. Вот, например, черный цвет, да? Это вот ну, насыщенный, хороший черный цвет. Но если ты обратишь внимание, он матовый, именно как должна быть резина на колесе. Вот даже так такие вот. Нюансы все были учтены. Даже такие нюансы. Голова поворачивается, все делается. Опять же, ты мне знаешь, мне нравится, с одной стороны, выглядит круто, но это простая, надежная конструкция. Да, да. Ну реально, вот что с ней может быть? Можете заменять колесо. Здесь вот у нас есть еще
для замены колеса с конструктора. Вот здесь серии два человечка. В общем, все хорошо. Обтекаемая, нераздражающая руку форма, она прекрасно у тебя ложится прям в руку, поэтому тебе так приятно с ними играть. Пластик классный, но... И не пахнет. Да, вообще не пахнет. Хоть чуть-чуть. Это здорово, да. Зекия написала: привет, Андрей. Привет, дорогая моя. Чего ты? Давай на втором стриме, чтобы была, а то редко тебя вижу. У вас крутые наборы для выжигания, Ольга Цыганова написала. Да, это правда, на самом деле у нас есть и это тоже. В общем, короче, Мать, тебе понравилось? Да, мне понравилось. Ты знаешь, это у нас первые фирмы, как мы представляем наш бренд. В дальнейшем будем встречаться и чаще, рассказывать о наших различных разработках и нововведениях. Ну, это здорово. Ребят, полазьте, посмотрите. Сейчас предложение, вот мы закончим, час еще будет актуальный, да, мягкие кубики, посмотрите, для малышей, вот такие наборы классные, 3+. В общем, короче, ребят, спасибо большое, бренд «Десятое королевство», крупнейший российский производитель. Майя, это было круто, спасибо тебе большое, приходите, приносите новинки, сделаем обзор на них. Спасибо большое, удовольствие, приятно было пообщаться. Спасибо за мир. С вами минут через 10 увидимся. Ребята, бренд с мировой историей скоро здесь, это лакшери будет, сейчас увидите. Пока.